Члены партии «Единая Россия» передали Голицынской школе номер 2 120 литров краски для покраски забора. Во время одной из встреч с директором и учителями партийцы обратили внимание на то, что краска на ограждении на многих местах лопнула и отваливается от металла. В этом году средства на приобретение краски для забора не предусмотрены. Депутаты и активисты решили отозваться на это обращение.